Ну, снова здравствуйте. Готовлю первый раз рыбу с салаку. Ее плюсы. Цена. И она менее жирная, чем мойва. Но это так себе плюс. Берем кукурузную муку, соль. Достаем нашу коробочку трав ароматных. Все на месте. Анис. Черный все проверил. Лака рыбы из рода сельдевых, костлявых. Рекомендую голову с плеч, если так можно сказать про рыбу. Потрошим и моем. А вот и бонус с икрой. Все по классике. Масло, прием гравитации. А пока всех в шубку. А если ты еще не поставил лайк, поставь и подпишись. Секунда славы сына. Кладем рядком, тесним. До всех места не хватит. Помолчим, пошкварчим. Ну что, вот и все. Панировка супер. Хрустит, трещит, костями впивается. Я все-таки за то, чтобы салаку солить. Ну все, всем добра и лайк с вас. Бонус оказался мужик.